I'm going as fast as I can, Spike. Device! What is this? Так, тут... сюда быстренько, быстренько сюда, да? Чё? Ну я пробрался, я просто не знаю. О. Так, нет, не отменить. Вот, класс. Ху, мы продолжаем, ребята, играть в Dying Light. Кстати, всем привет, с вами снова Эдисон. Но если грид шортит раз, ты знаешь, что может случиться, right? Ты оставь электрическую инженерию мне, okay? Просто get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Ну да, я не хочу ночь проводить вот тут. Красивый. Ночь. Твою мать. Я ночью обкакаюсь. Я уже чувствую. Нужно, походу, звуки тише сделать, что ли. Так. Иди нафиг. Сейчас не до вас, если честно. Лучше убежать надо. Так. Фу. Так, давайте мы дальше. Дальше побежим. Быстренько, быстренько, быстренько. Уже ночь. Мы еще успеем. Уже сейф зон будет. Опа. Быстро, 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 быстро. О, забегай! Забегай! Нету его. Вот эти зомби, которые ночью бегают, прыгают по крышам. Вот. Hey, Doc, it's Kyle Crane. Забегай. Еще дебил на улице weird zombies covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know. You? А двери закрыть не нужно, да? Ну ладно. Сон позволяет вам пропустить время дня. Так, ладно. Перед тем, как что-то сделаем. Урон. 39, 39, газовая труба. Короче, то, что у нас сейчас в данный момент, это самый большой урон, да? Походу, да. Кофе, сигареты. Отмычка, одежда. Понятно. Сейчас. Подсказка. У вас есть улучшение для оружия. Выберите оружие и нажмите F6, чтобы улучшить его. Простая труба. Вот. F6, да? Труба. А у нас что вообще? Труба? Ржавый... Простая труба. Ну ладно, давайте пока что ничего не будем делать. Я просто хотел улучшить навык ловкости. Чтобы повысить уровень, забираясь на высоту, прыгать и бегать, ага. Уклоняйся от атак, отпрыгивая в стороны или назад, вы из... Или, чтобы использовать, двигайтесь в нужном направлении, нажмите пробел. Ага, то есть уклонение. Ладно, купим. Точнее, возьмем. И поспим. Фу. Крейн, ты awake? Спайк, what's going on? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec. Утро. Совместный режим. Вы завершили пролог, и теперь доступны совместный режим игры. Ну, это не сейчас, да? Заблокированы новые чертежи. Так, это утро, да? Нам нужно возвращаться куда-то. Я сюда забираюсь, потому что я там вижу какие-то... Вот, видите? Балкончик, тут вдруг что-то может быть. Да тут всегда есть что-то, то есть это... Игра основана на этом, чтобы лутать. Поэтому это всегда нужно все проверять. А чё, это туман какой-то или что, я не догоняю? Ah!
То есть тут не всегда нужно убивать всех. То есть тут можно убегать, но все же с них деньги падают, поэтому нормально. Так, опа. Опа-опа. Побежали, да? Так, сюда, сюда, сюда. Сюда. Видите, смотрите, ребята, сверху, там, где опыт, вот там, где чувак влево бежит, уровень второй. То есть, смотрите, сейчас мы что-то перепрыгнем. Плюс 10 опыта дает за то, что мы прыгаем. А если мы кого-то убиваем, то нам дается опыт, ну, убийство, да, то есть, не ловкость, а убийство, в принципе, то, что мы кого-то убили, да, зомби. Нифига нету. В том смысле, что повышается уровень атаки. Что тут на этой крыше вообще ни хрена нету? Какая-то она никакая. Так, ладно, побежали. Ага, нам сюда. Только туда еще забраться как-то нужно. Вот так. Ой, нет. Ай-ай-ай, вот. Как-то забрались. Ой. Spike, what's up? Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap, which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Mm-hmm. 3000 опыта, ни хрена себе. О! Вы выучили сборку предмета ракеты. РПГ, да, будем сейчас себе крафтить. Так. Вот. Так, тут что? Научитесь эффективнее использовать пространство рюкзака. Получить 4 новых ячейки для оружия. О, а вот это? Научитесь готовить усиление из растений. Нет, давайте все-таки лучше вот это. Это в данный момент более полезнее, мне так кажется. Так, побежали. Нам нужно в башню вернуться, да? Ага, то есть сначала сюда забраться. Сейчас заберемся. Так. А тут как? Фу, ну есть такие места, да, которые, в принципе, труднопроходимые. Ну, допустим, я вот сюда прыгаю, да? Ага, вот, залез, отлично. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Так, куда? Побежали, ребята. А, да, так мы уже тут. Вот эта башня. Вход в безопасную зону. Вот, сейф, да? Обустроились они тут. Так, мы можем что-то продавать вот у этого чувака. Предметы в наличии. Марля. А продавать мы не можем, да? Ладно, 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 ладно. Easy. Дай мне пройти, чувак. Что-то стал на пути. Подняться. Так, ладно, поднимаемся. Похоже, миссия Брекена провалилась. Джейд созывает собрание в башне. Я, конечно, смогу встретиться. Ага, понятно. Вот. Поменяйтесь, продать. Вот. Простая труба. Простая труба. Продать. Трубный продать. Газовая труба продать. Ржавый трубный ключ продать. Ножка стола продать, труба продать, взрыв пакеты оставим. Ага. А у тебя. Ух, ни хрена себе у тебя стоимость. В данный момент мы ничего не можем купить себе. Так. Crane. Наглое. Listen.
Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Ryze's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? Okay. For God's sake! You can't even walk straight! We need you alive, you idiot! Okay, we're going in. Act confident. Brecken? Lena? Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Ух, злой парниша. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Ryze. Yeah. Okay, fine. Good luck, Crane. Mm-hmm. Я готов. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Я готов проходить любые миссии, но только не ночью, пожалуйста. Я не хочу ночью играть. Doc, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Сунивера. Now he's starting Похоже, to have seizures, да. And I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Я вообще не понял. Ну ладно. Новая запись в журнале. День матери. Нормально. Ладно. День матери. Короче, как я понял, он продолжает видеть какие-то галлюцинации, да? Ну, короче, посмотрим, что там будет. И как я очкую, что у нас будет миссия ночью, вы себе просто не представляете. Я, наверное, просто наушники сниму. Так, ладно. Вниз. Опа. И дальше потопали. Фу, побежали, ребята. Я реально просто боюсь очень то, что будет ночью. А, так. О, иди ты нафиг. Так. Нам нужно опять нам туда забраться. Ну, паркур реально тут клёвый настолько, что реально только он и спасает. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Ryze. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that antizin. Ясно. Давайте проверим, что тут есть. Вряд ли, наверное, что-то... О, вот. Батарейки, это все нужно... Опа, здрасте. Разрешите прийти к вам в гости. Так. Опа,
пластик, да, и кофе. Кофе мы обопьемся, объедимся. Вот смотрите, ребята, опыт там сверху дается. Так, видите, там опыт дается за то, что мы их бьем. Это класс. Не зря мы сюда спустились, тут есть и лут отличный. Сигареты, пластик. Ага. А сейчас как? А как нам отсюда выбраться? То есть, походу, никак, да? Вот твою ж. Ладно, выбрались мы. Так же, как за... Паркур паркуром, но не настолько, да, что можно прыгать с таких высот. А сейчас, если нас, например, кто-то нападет, или сейчас ночь наступит. Выживший. А чё, мы можем их спасать или что? Вот опять нас убьют. И вот и жопа нам, ребята. Это нужно отремонтировать. It is good to know there are still decent people out there. Из этого еще подается класс. Поддерживаю. Нормальная затейка. А, мы можем забрать там что-то. Как я понял. Ага, норм. А если просто, допустим, ребята, допустим, ну, милейший шанс, что сейчас у нас будет миссия... Что сейчас у нас будет миссия ночью. Что мы будем делать? У нас 25 жизней. Нас отхреначат сразу же. Ну, лично мне так кажется. Тут, может, какая-то еда есть? Пожалуйста, скажите, что тут есть какая-то еда. Еда вроде регенит жизни, и это круто. Во, 35. Не намного больше, но все же. На 10. На 10 больше выживем. Так. Еще что-то тут. О, это тоже можно лутать. Пахлава, класс. Не, ну смотри, вот так можно, то есть. Домашние припасы. Нормально. Может, ой. Может даже что-то... Может даже как-то и выживем. Посмотрим. Ходите за воздушным грузом в районы котловины. Зараза. On my way. Ага, то есть это автоматически. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter. And there's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Ух, как просто. Бал. Еще какие-то улучшения, это тоже класс. Спустились мы классно, да? О, какой-то аэродроп, ребят, смотрите. Только я не представляю, как нам туда забраться. Ни хрена себе. Фу. Во. Как-то вот так, да? Еще сейчас взломаем, попытаемся хотя бы. Попытались, твою мать, а? Ладно, потом еще купим, если найдем где. Из металлических... А, можно собирать и с металлических, понял.
Воу. Так, это airdrop, да? Сейчас посмотрим, что там есть. Ни хрена. О, еще нифига себе. Два airdropа? They landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Я понял. Да как? Там же высота даже небольшая была. Побежали. Это нужно очень быстро сейчас бежать. Нам нужно, короче, на airdrop успеть, да? Чтобы их его никто другой не забрал, а забрали мы. Я понял. Только смотрите, то, что я понял, что сейчас ночь будет. Это не очень круто. Совсем не круто. Там уже люди. Shit, too late. Jade Rice's men got here first. Fuck. Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. А где второй? Smoke from the flare. The crate should be close by. Он где-то тут был. Да, я его, ну, в смысле, не вижу, но показывает, что он где-то там. Сейчас ночь уже будет. Пожалуйста, скажите, что... Не хочу, не хочу ночь вообще никак. А если... А, ну, конечно, если мы еще вот так задыхаться будем, то вообще круто. Я вижу, вижу. Jade, I'm almost there. I can do this. Я вижу его. Ну как, не знаю, это он. Где-то вот там. То есть по дыму можно определить, где он находится. Вот он, вижу. Раскидали. Где ты в жопу? Ты бы, может, поспешил как-то? Там уже ночь. About to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. What? What? Why? Зачем его уничтожать? You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Офигеть. Борются над тем, чтобы тебе, чтобы помощь выдать людям. Jade, I'm at the airdrop. There's no antizin here. И дать им лекарства, а они их уничтожают. Монстры проснулись. Нет! Oh, shit. They must have heard me. Твою мать!